Здравствуйте, мои друзья, мои дорогие зрители! Сегодня я хочу рассказать вам о своей подготовке к сервировке и, в частности, к сервировке к Пасхе. Поскольку мне очень часто приходится покупать самую различную посуду для каждой сервировки, то я стараюсь покупать часть ее в гипермаркетах, где стоимость ее не такая уж большая, но а качество довольно-таки хорошее. Но в основном, конечно, это касается керамики и стекла самого различного. Ну и мы с вами сейчас находимся в ленте. Готовимся к весне, к лету. Набор посуды. 18 предметов, 1799. Чего здесь только нету. Бюджетно. А вот смотрите, стекло очень красиво. Тарелка большая, 25 сантиметров, 99 рублей. Черная такая модная, квадратная. 25 сантиметров, 129 рублей. Синяя тарелка, 219 рублей. Тарелочки вот эти 19 сантиметров, 99 рублей. Да. Готовлюсь к Пасхе. Посмотрите, какие тарелки. Вот то большое блюдо стоит 179, 27 сантиметров. Вот цены. Все очень-очень дешевое, доступное. А вот коричневые тоже, смотрите, какие модные, коричневые, керамика. Вот такие вот цены. Да, здорово. Ну, тяжеловатенько, конечно, но цены очень даже. Цвет Тиффани, 189 бокалы. А вот эти, смотрите, какие красивые. 159. Керамика. Я нахожусь в ленте. И еще хотела вам снять. Смотрите. Прекрасный чайник розовый. Замечательный. Керамический. А стоит он... Ну, достаточно он большой. Видите? По сравнению с моей рукой, достаточно большой. Но стоит он 449 рублей.
сахарница синяя 199 рублей. Да, нормально. Девочки, я подбирала по цвету к моей звезде сервировки замечательной тарелочки из Конакова с ручной росписью. И если голубые тарелки диаметром 27 сантиметров я уже нашла, то долго выбирала между светло-коричневыми и темно-коричневыми закусочными тарелками. И все же я решила, что для светлой Пасхи лучше всего подходят светлые тарелки. И вот вы видите конечный результат. Уже и салфеткой. Видите, на ней, кстати, тоже птичка нарисована, как и на этой. И с двумя тарелочками. Наверху самое главное, дальше идет закусочная. И для горячего тарелка. Кстати, в ленте наконец-то появились и пасхальные украшения. Какие-то мелочи. Мне очень понравился белый кролик с подставкой и деревянная подставочка, на которой он стоял. Я его тоже купила, но уже для другой пасхальной сервировки. Увидите, да, следующее. Но подставка для яиц оказалась очень большой. Буду использовать ее или для соли, или еще для чего-нибудь. Кстати, проблема была и в выборе сервировочных салфеток. Думала или голубые, или светло-коричневые, вернее всего бежевые, я говорю, извините. Вот, с каким-то рисунком. Долго думала или в горошек, или с каким-то рисунком. Но остановилась с рисунком, рисунком в виде птички. Ну, вы уже видели. Спасибо, друзья, за лайки и комментарии. Обнимаю вас всех. До встречи!